Сегодня в Нижегородском Кремле состоялась встреча правительства региона с руководителями волонтерских объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций, где были подведены итоги года добровольца. Проекты гражданских активистов в 2018 году получили гранты на общую сумму более 10 миллионов рублей, в том числе из фонда президентских грантов. Кроме того, на всероссийском конкурсе региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» Нижегородская область получила грант в размере почти 12 миллионов на открытие ресурсного волонтерского центра. 10% жителей Нижегородской области получили от вас какую-то помощь, какую-то поддержку. Это, конечно, здорово, это очень хорошо. Конечно, этот год у нас особенный, и он очень активно помог развитию волонтерского движения, потому что чемпионат мира, год чемпионата мира. Здесь особые слова благодарности всем, кто принимал в этом участие. Я поняла то, что мне хочется быть с людьми и помогать им. Мне хочется проявлять какую-то активность.